Компьютер, да. Прошу вас. Коллеги, добрый день. Приятно начинать с победы доклад. Смотрите, да, вот о чем, наверное, хочется поговорить в своем докладе. По поводу, наверное, того, что, вот мы говорим сейчас, существует определенная турбулентность, эта турбулентность становится такой регулярной и постоянной. Ну и человек, руководитель проекта, да, команда проекта, всегда в условиях неопределенности, вообще любой человек, он пытается найти, наверное, какие-то такие штуки, которые ему помогут, ну, хоть как-то с этим справиться, с этой неопределенностью, да? Ну, что там происходит, да, он что-то цепляется. Вот такими историями могут стать инструменты проекта управления. То есть, ну, дайте мне хотя бы что-нибудь, и, может быть, с турбулентностью мы начнем как-то справляться. Я вам расскажу кейс про то, как мы перезапускали проектное управление в топливном дивизионе. И когда готовил кейс, вот решил сделать, наверное, его таким образом, каким бы сам хотел видеть похожие кейсы у других команд. То есть это будет экспресс-обзор разных инструментов проектного управления, которые вот мы недавно запустили, перезапустили, создали. Ну и кратенькие пояснения по каждому из этих существующих инструментов. Итак, начинаем. Что же такое топливный дивизион госкорпорации «Росатом»? Это огромное такое, ну, объединение, да, заводов, предприятий, компаний по всей России, более 30 штук, и управляющая компания, которая стоит, соответственно, над ними, которая называется Outwell. Вот здесь они все систематизированы. Мы делаем в основном это ядерное топливо, такие вещи, да, обогащение урана. Вот, это заводы, вы себе представляете. Но не только эти вещи. У нас есть еще новые бизнесы. Это металлургия, это химия, это даже цифровые продукты, которые мы продаем вовне. Ну и ряд других новых бизнесов у нас тоже присутствует. Соответственно, компания, она не является чисто проектной, то есть есть и процессная история, вот все-таки основной бизнес, да, топливный, это процессная история с конвейерами, с охлаждающими процессами и так далее. Новые бизнесы, они больше похожи на проектные. Ну и, конечно, вся тема по развитию, которая охватывает все ядра бизнеса, это все тоже проекты. Одновременно у нас реализуется сейчас порядка 500 проектов. Это проекты НИОКР, проекты стройки. Мы строим цеха, модернизируем, строим заводы, такие вот вещи. Ну и, соответственно, IT-проекты. Вот. Ну и орг-управленческие проекты, это еще сверху. Орг-управленческие проекты по организации чего-то, там, по оптимизации процессов и так далее. Итак, вот структура компании, которую я вам уже рассказал, да, вот в центре такая ячейка, шестигранная наша ячейка, когда формируется топливо, и вот все то, что мы делаем, как мы связаны с другими дивизионами Росатома. То есть наше топливо идет в основном на атомные станции. Соответственно, когда мы говорим про перезапуск проектного управления, здесь я специально нарисовал такую, так скажем, линию, какие ключевые вещи, какие ключевые истории мы поделали. Перезапуск начался в июле 2020 года. Ну, соответственно, вот ключевой вещью является там достижение первых результатов, быстрых побед, демонстрация результатов президенту и, соответственно, далее налаживание связи и взаимодействия с функциональными блоками, которые у нас также сильно увлечены в проект. Проблематика. Начали, естественно, мы с анализа проблем. И причем очень быстро стало понятно, что у нас вообще-то есть три группы большие заинтересованных сторон в проекте. Во-первых, это высшее руководство, это генеральные директора предприятий, это наш президент, соответственно, и вице-президент управляющей компании. Это руководители проектов, вот тех самых 500 плюс проектов и проектной команды, и это функциональные службы. Когда я говорю функциональные службы, я имею в виду Капстрой, там, НИОКР, инвестиции. Ну и вот такие проблемы, они выдвигаются, да, то есть здесь можно прочитать на слайде, озвучивать я их не буду, но проблемы людям, кто занимается проектным управлением, думаю, понятны, которые здесь выведены. Создали с нуля проектный офис, методологический, я его называю, управляющей компанией, который занимается у нас пятью направлениями. Во-первых, это развитие проектного управления в интеграторах и предприятиях в точках, да, то есть помощь по построению системы.
развитие календарно-сетевого планирования, методологии проектного управления, сбор распространения проектного опыта, ну и обучение участников проектной деятельности. Первый инструмент, про который я вам расскажу, это модель управленческой сложности. Но в России, мне кажется, последние годы, в принципе, уже тема такая на слуху, создается вот профессиональным сообществом, ЦРБУ, есть некая модель сложности. Вот скажите, пожалуйста, кто уже слышал, либо даже применял какую-то модель сложности? Можете поднять сюда руку, чуть-чуть отважно отпустить? Да, ну конечно, то есть уже так треть примерно участников вот здесь текущих так или иначе связан. Наш шаг следующий. Вот мы взяли наработки Павла Алферова, да, наработки, скажем так, профессионального сообщества, посмотрели, что уже другие организации поделали в части создания, так скажем, таких моделей, выделили критерии. Там сначала у нас набралось 77 критерий сложности. Да, естественно, это много, и в практической деятельности применимо слабо. Вот. Мы выделили несколько таких историй, да, вот модель сложности, да, что это такое. Вот для нас есть у проекта важность, то есть его приоритет, и есть сложность, то есть это некая такая управленческая трудоемкость реализации проекта. То есть проект может быть, скажем так, важным, да, там, его обещали там, какому-то очень высокому руководителю, но не сложным. То есть это простейшая установка, которая сама по себе является частью какого-нибудь очень глобального проекта. Например, мы делаем новые трубы шестигранные для атомной станции. То есть для нас сделать трубу вопрос в ноль. Да? Но если мы опоздаем с этой трубой, скажем, на пару месяцев, то и станция не запустится. Там уже другая история. Тема со сложностью – это когда у нас у самих есть сложный проект, в котором высокой степени неопределенности, там сложно этой историей управлять и так далее. Ну и статус хода реализации. Я вам буду говорить именно про сложность. На слайде указано, кого это в основном касается, где эта история заказчика, где эта история там, больше руководителя проекта, вот сложность мы относим как раз к истории руководителя проекта. Она зависит от критериев. Группа критериев, и здесь указано очень мелко, но я вам скажу так по кругу. Во-первых, это бюджет. У нас вот этот критерий имеет высокий вес. Ну, соответственно, если у проекта высокий бюджет, как производная, вероятно, что освоить эти деньги будет. Соответственно, большое количество закупок. Мы живем в системе госзакупок. Соответственно, у нас, конечно, не 223 ФЗ и не 44 ФЗ, но у нас есть ИОСЗ. Тот, кто хоть как-то с этим связан, понимает, что это за жесткий зверь. Вот. У нас сложный процесс по получению инвестиций, соответственно, что тоже отражается. Там пару инвестиционных показателей у нас тоже есть, которые влияют. Ну, это доходы и затратность. КИР, консолидированные ресурсы или там неконсолидированные. Ну и еще из важных историй это количество участников и их уровень этих участников. Если там начинает участвовать там, генеральный директор госкорпорации Росатом, явно проект усложняется. На коммуникации с ним, да, на как бы, уровень принятия решений, уровень подготовки материалов вот, и так далее. И так далее. Вот. Мы сделали такую большую сложную работу. С одной стороны, это определение критериев. А потом поиск весов. Как мы делали, искали эти веса. С одной стороны, мы взяли 50 проектов, ну, такую выборку, достаточно репрезентативную для нас, да, и попросили инвестиционную службу, которая все проекты проходит, определить, короче, как вообще без всякой модели можно распределить сложность. Дальше попросили службу Ковстроя. Дальше попросили инвестиционную службу. Службу материально-технического обеспечения. Критерии собрали, посмотрели. Далее, с другой стороны, каждому критерию попросили определить вес. Там уже участвовали немного другие эксперты. Там участвовали в том числе руководители проектов и так далее. И после этого посчитали, сравнили, как у нас без модели, как у нас с моделью, и попытались повторить вот некоторое среднего, такого среднего классного эксперта, как бы он эту историю определял. Ну, такая там математика, на самом деле, на которой здесь останавливаться не буду. Искали степень корреляции, так степень корреляции 82,7%, если не ошибаюсь. Мы ее удалось добиться, и тем самым подвинуть эти критерии в нужное нам направление. Ну и вот выстроить все эти вещи.
Все у нас проекты, здесь это у меня, да, разбиты теперь на 5 групп. Пятая группа у нас самая сложная. Да, первая группа самая простая. В пятую группу, для примера, попадают у нас заводы, создание новых заводов, например, в Калининграде мы строим с нуля. Да. Первая группа типа оформления помещений. Ну вот все как бы всегда это смеются о том, что ну, вроде что это за проект оформления помещения, до тех пор, пока не касается оформления помещения президента. Вот, когда там, там чуть сложнее. Вот, ну, так скажем, понимаете, проектов. Зачем это все делать? Для того, чтобы распределить имеющиеся инструменты и дать рекомендации, когда, какие инструменты мы используем. Если проект простой, используем только самые обязательные инструменты, рекомендованные нам госкорпорацией РОСАТ. И ничего больше не придумываем. То есть мы разгружаем простые проекты от излишнего управления бюрократией. С другой стороны, если проект сложный, то тут возникает рекомендация, что можно использовать. Ну, понятно, ты строишь завод, планируй его глубже, да, как минимум, контролируй его и так далее. Есть, в общем, следующий инструмент, такой инструмент вовлечения заинтересованных сторон, это рабочая группа на уровне всех основных функций. Рабочая группа по развитию проектного управления. Вот любые инструменты, которые мы создаем, мы пилотируем именно на рабочей группе сначала. Потому как, если без рабочей группы, потом функции начинают сопротивляться. Надо именно там. Далее, ну, методология. Вот здесь я принципы расскажу. О том, что да, мы также помогаем разрабатывать там, матрицы ответственности, регламенты всяческие, но делаем это по запросу. То есть, вот как говорили, у нас дочки, по сути, выступают внутренними заказчиками этого процесса. Но надо нам определить ответственность. Они нас зовут, и мы решаем, как методологически можно помочь. Решили, закрыли вопрос, пошли дальше. Не генерируем каких-то бесконечных и бесполезных методологических документов. Календарное сетевое планирование. Здесь, в общем, сложная методика у нас, да, типизация работ, нормативные, как его называют, сроки для каждой работы, вписание процесса, проекта в существующие процессы компании, в закупки, в инвестиции, соответственно, во все вот эти вещи. Но большая работа была проведена, соответственно, чтобы получить типовые точки, типовые истории, увязать все эти вещи. Ну и потом, когда вот делается типовой график второго уровня, мы потом вытягиваем оттуда самые ключевые точки. И потому что проект, ну, высшее руководство не очень любит смотреть, не все его видят, неудобно это на совещаниях, мы представляем им историю вот в таком виде, то есть разбито по блокам и самые основные вещи. Как вы думаете, из всей вот этой большой работы по КСП, о чем большинство сотрудников компании знает? Вот об этих вот зеленых точках. Вот, то есть когда видят зеленые точки, вот зеленые точки понятны. Все остальное, оно больше как бы для профессионалов, для планировщиков, для проектных офисов и так далее. Вот. Некоторые, ну, у нас металлургическое направление назвало эту историю «Бондивель». Вот как-то так повелось, да, ну, зеленые точки, зеленый горошек. Соответственно, ну, что там, «Бондивель» делаешь? Делаю, как бы, да, и вот так пошло. Я пытался выяснить, кто это придумал. Ну, в Москве говорят, что это на заводе придумал, у нас была зря. На завод приехал, говорят, нет, в Москве кто-то придумал. Не сознается. Вот. Ну, это то, как мы работаем, проводим экспертизу теперь на уровне дивизионных графиков и так далее. Проектные гембы. Вот многие, наверное, из вас знают, вот, кто, поднимите вас в руки, кто значит такое гемба вообще. Ага. Понятно. Павел все время руку поднимает. Понятно. Вот, соответственно, гембы все знают, это там на предприятии, то, что происходит, соответственно, производственные планы там вешаются, то есть место создания ценности. Вот. Но при этом мы начали понимать, что вот мы-то занимаемся управлением. И нам, по большому счету, тоже нужно такое пространство в управляющей компании, где были бы актуальные графики. Да? То есть факт, прогноз, соответственно, что есть и так далее. Ну и стали создавать такие истории. Сейчас у нас таких гейм 7 есть по 7 направлениям. Есть выстроенная работа через коэффициент КПМ, соответственно, через модель оценки зрелости с нашими дочками. Здесь останавливаться подробно не буду. Есть тема, связанная с изученными уроками и лучшими управленческими практиками. Год работаем с дочками, в конце года собираем вот всяческие лучшие практики, которые реализуются у нас на предприятиях, на заводах, где-то у нас,
собираем воедино, делаем такой лист лучших практик, всем рассылаем. Вот уже 2 года так делаем, соответственно, собирается неплохая база. Проводим сессии по обмену опытом. Вот почему-то, да, вот мы когда стали перезапускать проект управления, поняли, что у нас дочки до этого между собой вообще не общались. Хотя, ну, вот я имею в виду части развития проектного управления. Вот. Хотя тема актуальная для наших очень даже сильно. Поэтому стараемся наладить внутренние связи, сессии проводить и так далее. Инструменты обучения. Вот пару инструментов вообще пропущу. Скажу только про, наверное, один. Мы понимаем, что проект у нас проходит через ряд подразделений, когда создается. Это, опять же, там, закупки, выделение инвестиций, финансирование, строительный блок, если там стройка, блок не ОКР, блок производства. Все, остановка на производстве произошла. Окей. Для того, чтобы руководитель проекта все это дело понимал, мы пригласили внутренних наших руководителей, приглашаем, да, и у нас будет получаться такая наборка обучающих историй, каждая там по 1.5-2 часа, и РПшник полностью проходит весь жизненный цикл. То есть наши же сотрудники как бы обучают наших же руководителей проекта. Ну вот это как происходило на Чепецком конечном заводе. Буквально вот очень непросто. Да, ну и последнее, наверное, как завершение, сейчас тоже пропущу. У нас же будет эта презентация, коллега обратно. Он может более детально посмотреть на инструменты. Да, ну вот последняя история, которую мы сделали. Мы прошли сертификацию всей компании по модели IBMA Delta и получили 3-й класс. Что это сейчас надо поаплодировать прямо. Что, в принципе, соответствует сейчас таким лидерским показателям по России, да, в общем-то, наверное, никто не рад. Поэтому, коллеги, на этом, наверное, у меня все. Спасибо за внимание. Все, спасибо. Вопросы? Спасибо за внимание. Смотрите, за вопрос. Да. Смотрите. Конечно, вот система ПСР, надо понимать ее область приложения. Ну, ПСР – это производство системы Росатома. Производственники работают с производственными процессами. Да? То есть, ну, допустим, перепроизводство 7 видов материи, все как бы эту историю знают. Вот. Эта история связана с управлением. Вот, и здесь действительно важно не переборщить. Когда у нас этого управления становится слишком много, то, как бы, естественно, возникают потери. Для этого мы и создали модель управленческой сложности, которая градирует проекты и говорит, что вот здесь управления достаточно, а здесь уже хватит, здесь мы больше ресурсов на управление тратить не будем. Лучше перекинем их вот в эту сторону. Плюс модель управленческой сложности также завязана у нас сейчас, ну, завязывается, так скажем, на мотивацию для руководителей проекта. Собственно, это была основная цель вообще ее разработки. Если ты руководишь сложным проектом, серьезным, это совсем не то же самое, что ты руководишь там оформлением помещений. Вот, вот эта тема, она тоже... Ну, вообще, должен сказать, что основной вопрос диссертации, так вот, чтобы сказать, когда надо уже остановиться, формализовать, а когда можно продолжать. А, кстати, вот у Михаила в докладе было по цифрам. Да, было 40% проектов, только срок бюджет стал 80% благодаря тем активностям, которые были предприняты. А у вас что-то можно по цифрам сказать? На что это влияло, что лучше? Угу. Ну, сейчас, наверное, у нас вот как раз идет пилотирование 4 проектов, которые прям напрямую завязаны на модель сложности. По цифрам можно сказать только, наверное, еще пример привести. Да? Вот у нас была такая задача у одного из старших вице-президентов взять на контроль определенное количество проектов. Он использовал эту модель управленческой сложности и взял там 4-й, 5-й категории ряд проектов, прям отобрал. То есть вот здесь метрика какая-то, решенная задача уровня старшего вице-президента. Наверное, так. Более детальные вещи по результату пилотирования. Спасибо. Аплодисменты еще раз. Ну, и